Сейчас. Снайди. Оп. Вот раньше дела были, крутили, мутили, вертели. Дело было в Питере, разборки канители. Оп. Кануло в лето, вся эта романтика улицы. Эй, опаньки, опаньки, не вернуть веселых дней. Здравствуйте. Человечество многообразно, среди великого множества разных форм существуют самые различные, в том числе достаточно девиантные, и некоторые из них характеризуются весьма специфической морфологией. В частности, есть такая странная немножко форма Homo gopnicus, которая характеризуется множеством всяческих особенностей. Ну, в частности, известно, что у человека в мозге существуют две зоны – зона Брака и зона Вернике. Зона Брака отвечает за говорение, зона Вернике отвечает за слух. Но вот бывает так, что если эти зоны работают не очень, особенно зона Вернике, то в речи появляется множество слов-паразитов, которые, по идее, там не должны быть, но вот они одни и те же много раз повторяются, а смысл как-то немножко теряется. А если проблема с зоной Брака, то тогда и теряется контроль за контекстом речи, то есть вообще о чем базар как бы. И вот бывает так, что если, например, слишком тесно жмет кепка, или если, например, человек слишком много лузгает семок, и височная мышца сдавливает череп со страшной силой, ну вот видно, да, как это выглядит, то тогда зона Брака и зона Вернике, они удавливаются и перестают работать. Но тут еще есть простор для исследования, на самом деле. Можно поставить, в принципе, эксперимент. То есть взять людей и одних как бы изначально не гопников кормить семечками и смотреть, получится ли так, а с другой стороны взять как бы гопника и перестать его кормить семечками и посмотреть, заговорит ли он иначе, будет ли у него другой разговор. Но, правда, боюсь, что всякие там организации защиты прав разных существ, они будут против такого бесчеловечного эксперимента. Так что тут как бы этические нормы вступают в противоречие в некоторые. Собственно, анатомические черты. Для гопников очень характерны так называемые маркеры неспецифического стресса. Их вообще довольно много описано. Маркеры неспецифического стресса возникают в ситуации, когда жизнь нелегка. Когда она вот немножко такая напряженная, в частности, это приводит к появлению гипопластических полосок на зубах, особенно передних, к так называемым линиям Харриса на длинных костях, к риброорбитали на верхней стенке глазницы. Когда особенно в молодом возрасте, таком еще юном, нелегкая жизнь приводит к временным задержкам роста, а когда снова жизнь немножко налаживается, там, ну, допустим, семек подвезли, то рост продолжается, но на этом месте остается вот такой след. И в тяжелых случаях, запущенных, вот примерно так это будет выглядеть, то есть когда много полосочек, ну, когда видно, что человек настоящий, как бы. Также очень-очень характерен для этого вида так называемый синдром апельсиновой корки. Заключается он в том, что если часто переохлаждается передняя часть черепа, ну лоб, из-за очень характерного ношения головного убора, то поверхность этой самой лобной кости покрывается такими как бы пупырышками, ну, становится очень похоже на апельсин. Ну, что вы, собственно, можете видеть на изображении. И более того, показательно, что это характерно и легко установимо в древности, поэтому мы легко можем узнать, кто в древности относился к этому виду. И по иконографической всякой там стороне, и по описаниям, и по черепам, собственно. И можем легко видеть, что, например, население средней полосы России, ну, все средневековье фактически, у всех мужчин, вот этот синдром апельсиновой корки действительно обнаруживается. Ну, в Новгороде, например, у женщин нет, у женщин там головные уборы были по брови, а у мужчин – да. И с бронзового века, в принципе, это характерно. Вот тот череп, который вы здесь видите, это череп времени бронзового века. Так что мы можем корни этого вида тоже вполне себе наблюдать. Естественно, травматология, ну, палеопатология и патология современная, очень характерная. Ну, допустим, очень-очень типичный вдавленный перелом скуловой дуги. Чаще всего левый, ну, в данном случае правый, но это объясняется тем, что здесь череп изображен не современного представителя вида, а ископаемого, это так называемый Homo floresiensis. Хоббит, так называемый, живший на острове Флорис, имевший размер мозга 400 грамм, что тоже достаточно характерно. И вот тут сочетаются травмы не только, кстати говоря, скуловой дуги, но еще и свода черепа в нескольких местах.
Также очень типичны переломы носовых костей, ну, которые многообразно в самых разных видах можно видеть. Ну, в данном случае это череп сармата, например. И сарматское, скифское население, оно обладало полным комплексом всех вот вышеперечисленных признаков, какие только есть. Выбитые зубы. Ну, в данном случае это изображение черепа из Северной Африки с датировкой 10 тысяч лет назад. Так что там тоже этот процесс, в общем, вполне себе процветал. Очень-очень характерный для описываемого вида комплекс положения на корточках. Заключается он в том, что при характерном положении происходит гиперфлексия в трех местах: в тазобедренном суставе, коленном суставе и голеностопном суставе. И если человек слишком долгое время проводит в таком положении, то все суставные поверхности, они очень закономерно меняются. То есть там происходят заплывы таких суставных поверхностей, например, с головки бедренной кости на шейку, на задней стороне мыщелка в большой берцовой кости, на там, таранной кости, на передней части, дистальной части большой берцовой кости и так далее, и так далее. Причем характерно, что этот комплекс положения на корточках, он, в общем-то, не врожденный, он приобретаемый в течение жизни. И приобрести его может любой желающий где-то ну, месяца два примерно такого образа жизни, и вы себе это получите. Тут, правда, есть некоторые тонкости, заключающиеся в том, что такой комплекс получают иногда люди, которые относятся к другим видам. Ну, например, при археологических раскопках необходимость тоже долгое время проводить на корточках приводит к точно такому же комплексу. Я подозреваю, что у меня он есть в полной мере, потому что, ну, как минимум месяц в году я провожу в таком же совершенно положении. И тут главное, вот, чтобы вдумчивый исследователь не перепутал разные варианты, соответственно, какие могут быть. Очень характерное строение зубов по многим параметрам. Ну, в частности, цвет эмали зуба, который вследствие хронического курения имеет такой очень типичный, такой характерный желтоватый цвет. В зубном камне преобладают фитолиты околоплодника Гелиантропус annuus, то есть подсолнечника. Ну, это, кстати, тоже очень хорошо, потому что можно видеть в ископаемом виде и, например, из зубов древних людей это выделяет. Но единственная сложность, что подсолнечник – это растение американское, и до некоторого времени приходилось его заменять какими-то другими суррогатами, древним представителям. Вот. Поэтому там фитолиты могут быть других видов, но что-то похожее должно быть. И очень-очень характерная вещь – это так называемая бороздка ткача, ну, которая на самом деле, мы понимаем, что совсем не ткача, она похожа на бороздку ткача. Бороздка ткача – это когда ткач, он продергивает нитку между зубами, и получается такая вот бороздочка. А здесь вы можете видеть точно такую же бороздочку, но только от лузгания этих самых семечек. Если часто-часто лузгать семечки, то получается такая вот бороздочка. Правда, опять же, существует проблема, что можно перепутать разные как бы, варианты современных людей, потому что вот верхние фотографии, честно говоря, это мои зубы. Вот, потому что я тоже некоторое время любил семечки и нажил себе вот такую вот неприятность, после чего как-то одумался немножко, перестал грызть семечки, но вот уже такая бороздка есть. Поэтому ткачи, научные сотрудники, преподаватели и гопники, они могут тут конвергенцию проявлять полнейшую, и, в общем-то, различить бывает трудно. Но на то и наука, чтобы комплексный анализ тут применять. Кроме признаков, которые мы наблюдаем в современности, мы можем предположить, что какие-то признаки есть, только пока их еще не нашли на типичных представителях, потому что ну, трудно изучать на самом деле, вообще как бы сопряжено с большим риском для жизни и здоровья. Вот поэтому, наверное, это тоже есть, но мы пока утверждать 100% не можем. Например, очень вероятно наличие периостита больших берцовых костей из-за хронического переохлаждения. Ну, если всю жизнь ходить в трениках Adidas в любую погоду, и зимой, и летом, и осенью, и зимой, и под дождем, более того, то можно себе вот такой периостит найти. Ну и более того, мы его обнаруживаем на костях на самом деле. Поэтому можно статистику собирать и примерно уже вот, прикидывать, где, в какие времена и в каких территориях, на каких территориях концентрация вот этого вида была побольше. Из-за ношения обуви с мягкой подошвой, ну, например, дешевых кед или кедов, может развиться плоскостопие, например. Тоже весьма вероятная вещь, но пока еще это не подтверждено статистически. Тут еще есть, опять же, на чем поработать. Весьма и весьма вероятны деформации головок пястных костей
и оснований проксимальных фаланг кисти из-за постоянного компрессионного на них воздействия. Здесь тоже можем исследовать это в ископаемом и современном состоянии, в самых разных видах. Ну, что, в общем, должно хорошо коррелировать с теми же самыми переломами, например, скуловых костей. Ну, про скуловые кости мы точно знаем, а вот про фаланги тут как бы пока еще недоизучено. Но надеемся, что следующие исследования, ну, желательно удаленные, а не как бы включенные наблюдения, эту сторону тоже осветят. Ну и, наконец, есть у нас выход на будущее. То есть любая наука, она должна иметь некую прогностическую ценность. Мы должны, можем, ну, по идее, предсказать, что с этим видом произойдет в будущем. Ну, например, крайне вероятно увеличение подглазничного отверстия. Подглазничное отверстие – это отверстие на верхней челюстной кости, но находящееся очевидным образом под глазом. И через него на лицевую сторону, ну, на лицо, проще говоря, выходят кровеносные сосуды. И чем больше этот кровеносный сосуд, тем лучше он обогревает лицо. Поэтому если много времени проводить на улице, в холодную погоду, в частности, там, в ожидании, ну, где-нибудь в сырой подворотне, например, да, там, ну, сегодня мы уже слышали, зачем там люди проводят время, про мобильник, когда говорилось. И вот хорошо бы, чтобы лицо при этом не переохлаждалось. Поэтому, наверное, эволюция пойдет, и, в принципе, существуют каланы, например, такие животные, у которых отверстие вот такого вот размера, там чуть меньше, чем сама глазница, может быть, до этого тоже дойдет. Утолщение костей свода – легко предсказуемая вещь, потому что это адаптивный признак, потому что при постоянном воздействии на черепной свод, ну, лучше, чтобы он был потолще. Более того, опять же, в ископаемом виде мы наблюдаем прецеденты такие, ну, например, с очень большой вероятностью неандертальцы были гопниками, что, кстати, и по археологическим параметрам тоже устанавливается. Ну, когда, например, в одной пещере обнаруживаются капролиты в очаге, то тут, в общем, поведение достаточно как бы очевидно, да, было какое. Вот. Массивность скуловой дуги с очень большой вероятностью будет повышаться по двум причинам, на самом деле. Ну, во-первых, опять же, для предотвращения переломов вдавленных, а во-вторых, для того, чтобы там крепилась все больше и больше жевательная мускулатура для более успешного лузгания съемок. Ну и предположительная вот эволюция черепа, вы ее можете наблюдать, может привести в итоге к появлению дополнительных гребней на черепе, там, затылочного гребня, сагитального гребня, будет перераспределение жевательных мышц. Ну, в частности, и в физиологии наверняка будут изменения, допустим, увеличение слюнных желез для более эффективного и как бы более такого смачного сплевывания. Ну, если будет увеличение слюнных желез, понятно, им где-то надо располагаться, наверняка будет углубление подъязычной борозды на внутренней стороне нижней челюсти, ну, чтобы там железа побольше располагалась. Ну и сама нижняя челюсть наверняка увеличится, зубы, наверное, форму немножко изменят. Поскольку семечки это, ну, как бы, с одной стороны, питательная вещь, а с другой стороны, там как бы шелухи много, то наверняка будет увеличение аппендикса и слепой кишки для успешного переваривания. И даже может быть появление многокамерного желудка, подобного желудку, например, колобусов листоядных обезьян. Ну и просто-таки гарантированно изменение системы алкоголь-дегидрогеназы и ацетальдегид-дегидрогеназы для более успешного переработки, для более успешной и такой эффективной переработки этилового спирта. А может быть, даже и не только этилового, потому что, ну, чудеса биохимии, они велики. Может быть, даже и метиловый спирт. Они, ну, по крайней мере, отбор идет в эту сторону. Все время кто-то пытается этот, как бы, барьер наш такой дурацкий преодолеть, эволюционный, биохимический. И рано или поздно найдется какой-нибудь очередной мутант, который сможет переработать таки, наконец, и этиловый спирт, и много еще всякой химии. Ну, благо, у нас Химпром производит достаточно много вариантов, которые можно тут разрабатывать. Ну и кроме, собственно, анатомической стороны, есть еще много других, понятное дело, сторон жизни описываемого вида, в том числе заключающиеся даже вот в разности, как бы, жизненных стадий. Потому что, ну, как видите, у разных существ бывают различные варианты смертности, да, и там доли выживания особей. Ну, вот дрозофила, наверное, рекордсмен, то есть они живут все, а потом сразу умирают. Но с людьми обычно как попроще, то есть люди
обычно, ну, как-то живут, стареют, потом все больше начинают умирать, ну, в конце концов, к сожалению, умирают все. Ну, а вот устрица, она, наверное, в большей степени соответствует варианту описанного вида, потому что повышенная смертность идет в детском возрасте, ну, где-то до подросткового, а после подросткового как-то они все куда-то исчезают. Ну, не все, конечно, а там отдельные особи остаются, но в исчезающе малом количестве, и дальше они могут существовать уже некоторое время. Но вот в эту сторону, может быть, тоже пойдет какой-то отбор через какие-то еще системы адаптационные. И, может быть, график будет еще более такой прямо прямоугольный, что ли, или с какими-то там локальными пиками. Тут еще есть варианты для эволюции. И на этом, собственно, я заканчиваю. Надеюсь, что эволюция пойдет еще успешным путем. Ну и надеюсь, что таким же примерно образом можно изучить и другие виды современных и ископаемых, и будущих людей. Спасибо за внимание. Поднимайте руки, к вам подойдут. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, какие были эволюционные предпосылки к закреплению свойств, свойственных этому виду? Эволюционные предпосылки очевидны, просто любой вид, он существует же как бы не в сферическом вакууме, да? Он общается внутри себя, и эволюция, она подстегивает саму себя. То есть тут как бы очевидно, это вид, он главное какой-то толчок в эту сторону двинуть, но если вы посмотрите на шимпанзе, например, там вы все вот эти признаки найдете в зачаточном варианте, ну иногда даже достаточно развитом. Поэтому наверняка у самых первых предков людей уже какие-то такие предпосылки были, а дальше они просто наращиваются, как снежный ком просто идут. Дальше все прямым путем. А почему не происходит смешивание между Homo sapiens и Homo gopnicus? На самом деле происходит. Метисация такая вещь, как бы, это еще очень сложный на самом деле вопрос, потому что вот вопрос о размножении гопников, он покрыт мраком, честно говоря. Потому что никто это в естественной среде пока не наблюдал. Ну, те вот исследователи, которые пытались, они не вернулись, и поэтому пока как бы вот очень трудно изучать. То есть включенное наблюдение требуется, по идее, но не нашлось еще такого героя, который бы вот пожертвовал собой и еще как-то умудрился донести. То есть тут есть возможность, наверное, там, наблюдение со спутников, там радиоактивные метки какие-то, что-то такое вот надо использовать. Но, к сожалению, не такое большое финансирование. То есть вот я надеюсь, мы получим грант. Надеюсь, может быть, мегагрант правительства. И сможем вот эти новейшие все технологии внедрить. И тогда мы это откроем. Здравствуйте. А в свете увеличения количества голубей в Москве, могут ли они составить конкуренцию популяции гопников? Ну, на самом деле, тут вопрос большой, потому что есть вопрос, это конкуренция или это некий симбиоз и взаимо, как бы, вот такое, да, выгодное сотрудничество, потому что не все семки попадают в пищеварительный тракт гопника, на самом деле, часть теряется, и голуби этим пользуются, а с другой стороны, голуби это тоже мясо, в общем, вполне себе, поэтому тут как бы в обе стороны идет взаимное сотрудничество. Поэтому я не вижу противоречия. Это вполне себе симбиоз классический. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот ареал обитания этого вида или подвида, как это правильно сказать, он, наверное, шире, чем Российская Федерация и другие страны тоже. Существуют свои разновидности Homo gopnicus. Конечно. И вопрос заключается в том, считаете ли вы, что это независимое происхождение или были миграции исходных гопников? И если да, то где они изначально зародились? Тоже в Африке или, может быть, в Петербурге или где-то еще? Вот было несколько версий. Или в Петербурге, который был в Африке. Вот. Нет, я думаю, что это все монофилетический вид все-таки. То есть он произошел где-то в одной какой-то точке. Потому что в ископаемом виде, я уже упоминал, вот мы находим сплошь и рядом. То есть вот в какую находку не ткни, она какие-то признаки досодержит. То там зубы характерно сточенные, то фитолиты в зубном камне, то скуловая дуга сломана, то полбу треснули, то еще что-то там. Ну, то есть это просто на каждом шагу. Поэтому сомнительно, чтобы как-то они могли совсем уж независимо развиваться. Вероятно, в каких-то местах это заходило дальше, в каких-то меньше, но я думаю, что это из глубины веков прямо идет вот
прямо от австралопитеков. Древнейшее свидетельство, ну, как минимум, к австралопитекам восходит. Я говорю, даже у шимпанзе такие признаки есть. Потому что, ну, там сплошь и рядом есть, допустим, наблюдение же, когда молодые самцы шимпанзе собираются в такие банды, ну, они, это научный термин, прям банда, и идут на территорию соседей громить и как бы отлавливать одиноко проходящих, значит, соседей. И, ну, это такое очень классическое, типичное поведение гопническое, так что если это есть у шимпанзе, то наверняка это было присуще прямо вот на самом раннем стадии, там, миллионы лет назад. Так что как-то так. Здравствуйте. Спасибо за замечательную лекцию. Ну вот по поводу как раз-таки такого классического, научно-популярного фильма, как «Кто такие гопники», который одно время ходил по интернету, там высказывалась такая гипотеза, что в случае, если истребить подсолнухи, начнется массовый мор гопников. И, в частности, упоминался такой момент, что в результате ношения штанов Adidas, о чем вы, кстати, упоминали сегодня, возможно, в ближайшем будущем представители данного вида будут испытывать серьезные проблемы с размножением. Вот что по поводу этого вы можете сказать? Ну, я все-таки надеюсь, что вид будет сохранен. Ну, может, там какие-то зоопарки, там, не знаю, заповедники, что-то такое должно быть. Ну, потому что биоразнообразие – это наше все вообще. И к тому же, ну, и вот исторический экскурс показывает, что подсолнух было не всегда в доступности, да, то есть в Америке-то, в принципе, они позже гораздо появились. А до этого, видимо, чем-то заменяли. Ну, ну, допустим, в Кибаре там они щелкали финики, какие-то орехи. Вот. Если вы, допустим, поучаствуете в раскопках средневековых наших поселений, там просто все заплевано этим лещиной. Ну, вот у нас, допустим, Кремль такой есть, да, в Москве, и там 6 метров отложения – это навоз с скорлупками лещины. Это вот 6 метров такого, значит, там лежит. Ну, то есть они всегда находили чем заняться, поэтому, я думаю, им будет нелегко, потому что все-таки они уже несколько сотен лет щелкают именно подсолнечник, да, подсолнечниковые семечки. Но я думаю, переживут. И штаны тоже у них были не всегда. То есть когда-то, видимо, Адидаса не было, потом они к нему адаптировались. Так прочно, что вот в такой прочный симбиоз вошли неразрывный, казалось бы, да. И с одной стороны, специализация может привести к тому, что в итоге они не смогут уже ни к чему другому адаптироваться, правда, вымрут. Но я надеюсь, что адаптируются к чему-то новому. Ну, в принципе, сейчас, я не знаю, какой-нибудь там Nike, допустим, там еще что-нибудь такое есть, и может спасти вид от умирания. Еще вопрос по поводу места обитания этого подвида. По моим наблюдениям, они локализуются в какие-то общины, например, там Южное Бутово, Чертаново, но есть районы, известные повышенной концентрацией. Да? И вот чем характеризуются вот эти места обитания? Там либо стоковый магазин Adidas, либо склады семек. Как выявить на карте Москвы, России, места, скопления, например, если выбираешь жилье, там районы подбираешь, вот как с благоприятными условиями, потенциально опасные. К сожалению, это обычно узнается вот уже как бы чисто практически. То есть, когда вы там оказываетесь, то вы безошибочно это определяете. Вот пока вас там нет, это как-то. Ну, и сейчас вот может спасти Google Map, но я не уверен, что Google мобили туда заезжают, в общем, чтобы это дело снять. Вот. Может быть, соответственно, там, где Google мобили, допустим, не приезжал, вот туда как бы и не надо ходить. Или откуда, допустим, он не выехал, то есть заехал, но как бы потерялся. Так что как-то так. Вот я сейчас уповаю на эту спутниковую съемку. Сейчас есть классные такие методы, когда даже под прикрытием там листвы, всяких там садовых скамеек, там что-то такого, и то можно как-то вот с космоса это дело углядеть. Но, к сожалению, пока это все так, в зачаточном уровне как бы развития всей технологии, поэтому пока на своем жизненном опыте приходится. Давайте последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему из пищевого рациона произошло вот это замещение лещины, там, тыквенных семечек и так далее подсолнечными? Они что, лучше позволяют шелухой территорию мерить или питательнее? Есть какие-то вот на эту... Ну, тут, как всегда, комплекс. То есть изменения питания, они идут вслед за изменением экосистемы. То есть раньше, ну, не было семечек, приходилось есть там, да, вот там лещину то же самое. А потом они появились, оказалось, что это лучше гораздо. Ну, как
допустим, не знаю, колорадский жук, да, пока он сидел в Северной Америке, ну, никто про него внимания не обращал. Потом в Европе оказался, там, стал жрать картошку, и там ужасный вредитель оказался. Но здесь примерно так же, то есть появляется гораздо более эффективный корм, вот, семки, да, и оказывается, что намного круче, потому что чуть меньше надо напрягать челюсти, ну, личина все-таки там скорлупа пожестче, да, там побольше жиров, углеводов и белков в сравнении с тыквами, то есть он выгоднее просто банально, щелкать надо меньше, энергии получаешь больше, шелухи действительно тоже больше на самом деле, ну, то есть во всем лучше, но как любой вид он стремится к некоторой эффективности, и здесь то же самое. Мелочь есть? Сюда иди! Оп! Вот раньше дела были, крутили, мутили, вертели. Дело было в Питере, разборки как.